Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Броскей. И Анюта. И мы продолжаем играть в Crash Bandicoot Insane Trilogy на PlayStation 4. Третья часть. Warped. Crash Bandicoot World. Warped. И играет Анютка. Mad Bombers. Безумные бомбардировщики. Бомбастишон. Crash, Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Крэш и Коко, дети мои, помните, что вы сражаетесь не только против Кортекса, но и против Ука Ука, а он гораздо опаснее, чем Кортекс. О боже, это бомбардировщики тебе нужно сбивать. Бомбардировщики. Это вот эти вот. Да, это вот эти вот большие, которые с красными крыльями, да, да, да. У них же сзади должны быть эти, как их там, стрелки у бомбардировщика. Если в шар ты попадаешь, то я пролетаю. То да, со здоровьем пролетаешь. А, нет! Не пугай меня так. Надо по моторам, да, стрелять? По двигателям, по пропеллерам. Аня, стреляй! Да я все там стреляю. Так. Я просто не останавливаюсь, стреляю. Ого, как он метко в тебя прицелил. Он картош. Что я там не вижу? Подбила его. Вау! Еще один. Я все еще стреляю. И это победа. Анюта, это победа? Да. Это победа. Супермодер! Класс, мне нравится этот уровень с самолетом. И мне тоже очень нравится. Правда, я не очень люблю войнушки. Вот эти вот все заварушки. Когда в тебя стреляют. Не люблю. Но самолеты это круто. Потому что ты еще летаешь. Ты летаешь! Да, уровень действительно обалденный. Мне тоже он очень-очень-очень сильно нравится. Так, это был 23-й, да? Нет. А, нет, это был 24-й. Ага, последний, давай. Значит, 25-й. 25-й Bug Life. Типа как Bug Life, жизнь жуков? Нет. Получается, Bug Light, свет жуков. Это значит, будут с нами, как они, светлячки? В темном уровне. Ну, мне нравился во второй части такой уровень со светлячками. Было круто. Ну, где светлячки? Возможно, а назад они дальше будут. Там еще зови нет. Ха! Ха! Оп, думал, платформа. Ага. А, не тут-то было. И плюс один. Жизня. Ой, крокодилы, змеи, тут опасно. Очень. Чуть не упал, признаюсь. Признаюсь вам откровенно, что я даже перетрусил. Трухнул. Что крокодил меня за ногу утащит в эту яму. Знаешь, что я вспомнил, Анюта? Что у нас есть базука. Точно. А ну-ка, давай-ка мы... Проверим ее на крокодиле.
Здорово, что вумпа фрукты не тратятся. Но, конечно, логичнее было бы, если бы они тратились, правда ведь? Но тогда бы было сложнее. У него там светлячок. По коридорам темным пирамиде. Да, да. Я сам доволен этим результатом. Ой. Ой-ой. Давай быстрее, быстрее. Run. Да, дохляком мы мочим редко. Ой. А базука нельзя посветить? Она не светится? Да. Боюсь, что нет. Но там впереди светлячок. Это чекпоинт. Ух ты! Обалдеть! Сейчас мы тут всех. Этого момента я ждал всю игру. Я хочу мстить. Аку-аку, мой герой. Фу. Ой, закончилось. Ой. А ты думал еще там. И бонус. И светлячок улетел без нас. Нет, он нас там ждет впереди. Половина. Воу-воу-воу. Фух, я думал, бонус мы будем проходить в кромешной тьме, но нет. Здесь надо поторопиться, ребят. Ого. Сейчас светлячок. Там дальше еще нитро. А тут ничего не видно. Ну давай, направо и налево. Там просто внизу нету. Нету пропасти. Можно не переживать. О май гад. В темноте это так жутко. Базука точно не светит? Может взорвать нитро? Я не знаю, где находится Крэш. Точнее, Коко. Или ты Крэш не знаешь? Ты Коко знаешь. Двойной прыжок и вертуха. О, о. Базука не светится, ёпсель. Тут, наверное, прыжок. Да, да, ты прошел в кромешной тьме, боже мой. Да мы не собрали три ящика. Это нитро. Давай. Быстрее. Нет. Давай. Нет. Ура, поскакали. Нет. Куда мы там поскакали, ты представляешь, как надо обидно. Надо было крутиться, крутиться. Я еще разок по это, да, а ты продолжишь тогда бежать по пирамиде. Ты уверен? Да. Нет. О, я хочу разобраться с этим бонус-левелом. Забываю постоянно, что нитром можно базукой. Ого, ого, ты там раскрутился. Давай, мочи. Сразу убей этих нитро. Или ладно. Да. Ну что ж это такое, ой, Коко? Я Коко Джамбо. Давай, побеждай. У меня же вроде была Вурбагаба или нет? А, это светлячок этот. Всё. Угабуга. 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 Вурбагаба. Да? Ну
Темноту... Вот отсюда стреляй в нитро. Да я ж пытаю. Темноту как в попсе. Только... 40, мы уже даже ящики собрали. Так, вот, видишь, светится. Вот сюда и вот так прыгать. Еху! Наконец-то. Плиз. Ну, муки были вознаграждены. Одной жизни. У нас осталось еще, кстати, всего 23 ящика собрать. Мы уже больше 100 собрали в этом уровне. То есть светлячок этот был дан, чтобы просто... Вернуться, да, была возможность сказать, на белый не наступать. Нет! Беги еще разок. Зачем же ж ты так сделала? Я перепугалась. Анютка. Сим-сим, откройся. О боже. Никаких кусаний крокодилов. За зад. Да, за зад нам не нужно. Вау! Это было здорово. Серьезно? Да. Я думал, я улетел уже. Да что ж это такое? Я прохожу, а ты играешь следующий, окей? Там же это вроде босс следующий. Ну и здорово. Ты ж у нас боссов всегда побеждаешь, правильно? Во второй части ты же одолела Кортекса. Это было несложно, вроде. Летала я за ним. Стоим и не шевелимся. Я не видел лично там. Ну, прыгай, и вот после этой штуки есть... Вот здесь? После нее, да. Прыгай сразу в порт. Да. Держи. Молодец. Спасибо. Да, было клево, классный уровень. Мне нравится эта игра, когда света и тени в уровне обалденно. Но во втором мне как-то казалось красивее. Они там то ли сам уровень джунглей этот красивее. То ли кто его знает. Боже, стоп, что? Доктор Нео Кортекс. Уже Кортекс, я думал. Иху. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchman. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious. But it seems you have overlooked one small detail. Little orange delivery boy, now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you. Что делать? Что делать? Мне страшно, Андрюша. Это часть, это та часть, где я должен быть злой, но он хохотал безудержно. В итоге Кортекс что-то там в какие-то свои размышления погрузился, да. Но маска Ука-Ука сказала, что нет. Мы не дадим вам победить. Вот и все. Crash Bandicoot, я последний раз тебя предупреждаю, отдай кристаллы мне. Что? Ты тебе с Кортексом, да, только не попадай между ними в этот. Только на, да, они вот это вот, перепрыгивай. Перепрыгивай, да. Ты поняла. И уклоняйся от ударов, пока чудо не произойдет. По-моему, можно еще... попробовать маску ударить, но нет. Ой. Нет. Я попала прямо на эту штуковину. На какую?
На которую он бросил меня. Ой, я попал. Нет, давай ты. Ну, давай. Так, всего три удара нужно нанести к Кортексу. Единственное, что он сейчас закрыт каким-то защитным полем. Пока что нанести... Ой! Нажал два раза. Это кошмар. Еще, на всякий случай, нужно вертуху применять, чтобы он попарил. Окей, папа. Дело в том, что немножко не видно здесь глубина опять экрана, проблема. То есть на каком уровне эти маски находятся от крэша. В этом и беда. Ну это все время поотдаль, а это прямо в самый конец. Акуак у нас как бы... Защищает. Да. Там что-то я... Ой. Что это было? Он взрывается и волной тебе... Что это было? Жизни уходят. 7. Аня, ты должна была пройти уровень. Ну что ты? Вот картошка стреляет у нас. Посмотри на него. Ага. Вообще обалдел. Ему что, делать больше нечего? Занимался бы своими исследованиями, что ли? Ой, его нужно было бить уже. О. Угу. Видимо, когда он начинает кидать вот эти вот штуковины. Да. Yes. Тяжко, уровень тяжко было. Уровень ниже. Что, мы ударить его не можем? Ой-ой-ой. Нужно было бить его и скидывать, видимо, вниз. Что-то я совсем протормозил. Ну и что, в следующий раз получится. Вау. Да. Да. Есть, так это только первый. Ага, доска за ним отправляется, и они его сейчас вытащат оттуда. Ха. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, серьезно. Нет! Мне главное не попасть в это торнадо. Да, у них там весело. Да не, у них там, по-моему... Братухи разбираются. У них там грустяло, мне кажется. Ей, второй удар нанесен. Что будет последним? Ага. Какой-нибудь адский какун. Только не адский какун. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они где попало начинают. Блин. Жестоко. Вот это вот их последняя, тем более их. А я их сказал. Последняя их битва вообще мне не понравилась. Вот этот вот их поток магии похож, как будто Волан-де-Морт с Гарри Поттером сражаются. А это что, не Гарри Поттер мы разве? Серьезно? Ох, мне нравился этот момент, где Гарри сражал Волан-де-Морта. И он такой... Анюта, кстати, предлагает нам записать дальше Лего Гарри Поттер. Это будет обалденно, потому что там будет магия. Все любят магию. Ой-ой-ой. Чуть-чуть мне тут магия не приснилась. Пошел вон.
Падай, Кортекс, мы тебя победим. Йо-ху-ху. Да, последний, тяжелый. Боссец. И вот этот вот, вот это вот я их не люблю, когда они... Вау, что это было? Ну, обычно они рядом с тобой начинают это делать. Специально. Да, это дело они прям любят, прям специально у всех на виду. Ей! Это победа! Victory! И что у нас там? Супер ботинок мы получаем. Speed shoes! To run faster, hold down R2. Buy button while running. Нажимайте R2, да. Сейчас начнется. Я уже хотел за Кортексом туда прыгать вниз, но нам, скорее всего, в телепорт. Ой. Defeated again. This is not fair. Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the Tens. We still have a chance to triumph. Ну что ж, друзья. Вот так вот и заканчивается эта потрясающая трилогия игр про Crash Bandicoot. О, боги. Да, в конце Кортекс сказал, что, может быть, мне стоит прекратить. Снова поражение, я расстроен, и, может, мне стоит прекратить пытаться поработить мир и победить Crash Bandicoot, а лучше обосноваться где-нибудь на пляже. С большой выпивкой. Да, и с девушкой с большими-большими голубыми глазами. В общем-то, но нет. Ука-ука его в этом переубедил, и они прыгнули в телепорт, и нас ждут еще в дальнейшем приключения Crash Bandicoot. Что ж, огромное всем спасибо за просмотры, за лайки, друзья. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Для вас играл Андрей Броцкей. И Анюта. Всем пока. Пока-пока.